Что ты наделал? Ты убил моего сына! Мистий? Ты будешь наказан за то, что сделал. Я не убивал твоего сына, клянусь! Боги прислали тебя помочь мне, да? Преступник понесет наказание. Скажи, что делать. Немезида услышала меня. В чем дело? Моего сына убили на складе мурексов, раскроив ему череп. Это правитель Китеры! Они поругались на складе! Тогда почему ты не вмешался, лжец? Ступай на склад и выясни, кто убил моего сына. Нужно свершить правосудие. Убийца будет наказан. Есть доказательства против правителя Китеры? Твой сын ошивался возле его дочерей, всех четверых. Дочерей? Я предупреждал его. Говорил, что правитель – опасный человек. Он был ослеплен их богатством. Их подарки для него до сих пор в крепости. Чего ты взял, что убил он? Мы дали ему работу, а он решил нас обокрасть. Мой сын выгнал его с позором. Да, но я никому не причинил вреда. Причинил, когда предал его, Малака. Не торопись с выводами. Где располагается склад? В дальнем конце гавани! Там все залито кровью! Я отправлюсь на склад и осмотрюсь. Выясни, кто убийца, Мистий. А я присмотрю за этим Малакой. Я ни при чем! Вот увидишь! Я на месте.
Что здесь происходит? Хвала Эмпидоклу, Мистий! Я не опасен, в отличие от этих жриц! Помоги, мой бог велик и богат! Его бог Малака, оскверняющий святую землю Афродиты. Жрицы справятся без тебя. Богат, значит? О, да! Эмпидокл вознаграждает по заслугам. Эти жрицы заточили его в крепости. Он бог и достоин поклонения. Тебе угрожает толпа. Но ты хочешь, чтобы я спас его, не тебя. Твоя вера сильна. Лишь Эмпидокл может привести нас к своим братьям и сестрам на Олимп. Он намного важнее скромного слуги. Ты ведь не собираешься помогать этим безумцам. Это против воли Афродиты. Если их устами говорит Афродита, тогда моими все три головы Цербера. Пора спасать бога, наверное. Как знаешь, Мистий. Но даже ты не сможешь быть в двух местах разом. Не страшно. Хочешь узнать еще что-нибудь? Где найти твоего бога? Его держат в гавани Скандея, в одной клетке со скотом. Это позорно для любого бога, а для того, кто не ест мясо, позорно вдвойне. А как я его узнаю? Возможно, там держат и других. Стражники его раздели. Но узрев дар Эмпидокла, ты перестанешь сомневаться в его божественности. Какой дар? Скажем так, поймешь, когда его увидишь. Мне все ясно. Я вызволю Эмпидокла. За меня не беспокойся. Вот он где. Хайре, может, нужна помощь? Пламя жаждет получить жертву. Сжечь все на своем пути. Кровь для Гермеса, плоть для Гекаты. И какую жертву ты имеешь в виду? Убей волка, шкуру в соль. Выпотроши акулу, глядя на запад. А еще козы. Козы лишними не будут. Бурдюки с костями и кровью, да. Похоже, я должен убить волка. Конечно. Зверя нужно убить. Я берусь. Сделай поскорее, Мистий. Хайре. Не везет? У меня есть решение. Я заслужил награду. Давай.
Мистий, тварь повержена? Зверь убит. И я, и боги благодарны. Возьми. В моей команде есть место для человека твоих талантов. Присоединяйся к нам. Что скажешь? Ха, ты оказал мне услугу. Я верну тебе долг. Избавлю твой корабль от своей магии. Что ж, может, мы встретимся волей Посейдона. Жрица, открой дверь! И ты убьешь меня! От кого ты? От Дионы. Я твой друг. Зачем эта дурочка прислала Мистия? Она должна сама выполнять приказы, а не нанимать других. Итак, среди твоих людей есть предатель. Сейчас никому нельзя верить. Что тебе нужно от культа? Они разрушили мою семью и ответят за это. Я покараю их. Ради семьи люди готовы пойти на многое. Культ должен ответить за многое. Я позабочусь об этом. Возможно, от тебя все-таки будет толк. Я поручила служанке проследить кое за кем и... Она пропала. Верно. Но меня волнует не она, а сведения, которые она добыла. Принеси их мне. Заметно, что ты не любишь сестру. Что произошло между вами? Я старшая, и поэтому у меня больше прав и обязанностей. А Диона злопамятна и завистлива. Она хочет ослабить мое влияние. Считает, что была бы лучшей верховной жрицей. Ясно. Но мы сестры, и я люблю ее. Жаль, что она завидует мне. Где лучше начать поиски? Она должна быть в окрестностях Китеры. Помнится, где-то в тех краях есть дом. Вдруг она укрылась там? Начну оттуда. Она бы предпочла держаться подальше от людных мест, вроде... Стой. Ты имеешь какое-то отношение к побегу узников из военного лагеря? Да, имею. Начальник порта сказал, что ты берешь под стражу невинных людей и казнишь их. Я не мог не вмешаться. Я не хотела казнить их. Пытать? Возможно. Они предстали бы перед судом. Каков лжец! Он бушует в храме, когда моя сестра отвергает его.
Но это уже чересчур. Я закрою глаза на твой проступок. Добудь сведения, а я пока разберусь с ним. Напомни, куда нужно идти? К дому за пределами города. Возможно, она там. Я нашел эту записку на теле убитой жрицы. В ее смерти виновны культисты. Что? Прочитай ее мне, скорее. Она гласит: не верь Мойрам. Остального не видно под пятнами крови. Чушь какая-то. Она защищала ее. Была причина. Теперь мы не узнаем, есть ли среди нас предатель. Но исключать такую возможность нельзя. Дела хуже некуда. Помоги Дионе. Сделай Китеру безопасной. Крепость Мурекс. Попробую найти укрытие.
Дайте проехать!
Свобод. Видите, жалкие смертные, меня, Эмпидокла, не удержать в клетке. Поклонитесь, и я приведу вас к богам. Не нужно крови. Тех, кто последует за мной, я представлю братьям и сестрам богам. Бога не ранить. Так что лучше спрячьте клинки. Не троньте божественную мошонку! Смотрите же, смертные! Узрите мой божественный дар и внемлите! Не нужно меня благодарить. Хватит звонкой монеты. Мне? Тебя? Здесь? И без зрителей? Нет, 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 мой дорогой. Так не пойдет. Нашему спектаклю не хватает самого важного — зрителей. Встретимся у моей статуи, там и поговорим. Там, откуда я пришел, все по-другому. Людей не убивают за их веру. Их уважают. Мы уважаем богов, а не тех, кто мнит себя богами. Мир полон вражды, но и любви тоже. Примите ее, примите меня, и тогда я представлю вас своей семье, богам. При мне Эмпидокл рисковал самым ценным. Он шел по лагерю обнаженным и шел без страха. В этом человеке определенно что-то есть. Здесь у тебя нет друзей. Дружба с Богом куда лучше. Спасибо за помощь, Мисти. В будущем культу Эмпидокла не помешают такие люди, как ты. И труд богов не бесплатен. Конечно. На что еще мне тратить деньги? На одежду? Ну нет. Зачем тебе? Не поможешь мне еще с одним делом? Помогу. Часто ли выпадает шанс помочь Богу? Такому, как я? Никогда. Идем, воитель. Нужно поговорить. Но сперва... Богом краткости тебя не назовешь. Статуя страшно на меня похожа, правда? Страшно, это верно. Нужна помощь? Богам ни к чему помощь. Но все же у меня трудности с братьями и сестрами. С богами? Семейные дела.
Когда я прибыл в Китеру, меня бросили в темницу за мою веру. Украли лиловые одежды, и с ними очень ценный диск. Ключ от семейного дома. И ты хочешь вернуть его? Еще бы. Диск — это ключ. Ключ, что отворяет двери к самим богам. Этот диск нужно вернуть мне. Ты сказал, вор перехватил тебя в гавани. Ты знаешь, где он сейчас? Чаще всего он и его стражи грабят тех, кто только прибыл в Китеру. Поищи возле гавани. Боги не стали бы защищать себя при помощи запертой двери. О, ты бы видел эту дверь, Мисти. Людям не под силу создать такую красоту. И мои братья, сестры, я слышу, как они зовут меня домой. Расскажи мне про своих братьев и сестер, Эмпидокл. Они любят меня. Ну, вздорны. Изгнали за то, что я ел ягненка. Но, если честно, ягненок стоил того. Боги никого не ждут. С терпением у нас плохо, да. Поможешь? Похоже, диск важен. Я найду вора и верну твою пропажу. Нашел. Походка и уверенность. Не зная обратного, решил бы, что в Китере два бога. Я нашел диск. Хвала мне! Я направлял твою руку. Конечно. Встретимся с богами? Я познакомлю тебя с семьей. Конечно, если ты готов к этому. Будет интересно. В этом, милый Мисти, можешь даже не сомневаться. Минутку, я обращусь к зрителям. Ликуйте! Ведь я, ваш скромный бог, познакомлю вас со своей роднёй. Афина ждет тебя. Арес хочет увидеть тебя. Много обещаешь. Не веришь мне? Ты несешь радость последователям. Я вознагражу их за верность. И тебя тоже. Наша цель — Каринфский залив и все его тайны. Встретимся там, и ты все увидишь. Там вся твоя родня? Жду не дождусь.
Орудие убийства. Тяжелое в запекшейся крови. Этот человечек не поднял бы такой вес. Крови мало. Ему проломили голову тупым оружием. С виду браслет дорогой. Один из подарков дочерей или попытка очернить их отца? Что ты нашел, Мистий? Я обыскал склад и нашел золотой браслет и табличку, запятнанную кровью. Вот, я же говорил, что ты найдешь подарки. Это ничего не значит. Что еще за табличка? Табличка? Я впервые слышу о ней. Мистий, скажи, кто убийца? Этот червь или правитель Китеры? Если правитель и правда силен, только он мог поднять такую тяжелую табличку. Этот худосочный вор не смог бы как следует замахнуться. Убей правителя Китеры. Деньги получишь, когда он испустит дух. И пусть его смерть будет мучительной. Непременно. Ты вернул мне доброе имя. Подойдешь, тебя будут ждать неприятности. Здесь бдительные стражники. А? Поймаю, губы отрежу. Постой-ка! Ох!
торопиться! Прочь отсюда!
Вижу. Руины, что упоминала Диона. Нужно глядеть в оба. Если там кто-нибудь есть? Всегда можно найти кого-нибудь и попытать. Я все сам напридумывал. Яд. Орудие труса. Отнесу Дионе. Выпустите! Я у тебя в долгу. Благодарю тебя.